Сегодня тест на бритье двух бритв. Так, первая бритва Хенкельс. Такой вот инкрустацией. Так, ну вполне себе хорошо идет. Вполне нормально. Здесь сразу против роста волос. Так, здесь пробуем против роста. То есть здесь вот уже треска нету, это значит вот выбрито все. Выбрито. Отлично, вполне отлично. Следующая бритва тоже Хенкельс. Тоже. Так. Такой вот. Так, как бы здесь ракурс. Так, тоже вполне себе нормально показывает.
В принципе, нормально. Так, после теста на бритье, значит, сейчас мы будем править на ремне и пробовать тест на рез волоса. После бритья уже получается. Стороне и на ремне. Так, ну достаточно где-то 45 кругов. Так, и вторую. Вторая тоже вот Хенкельс, который сегодня брился. То же самое. Итак, вот тест на рез волоса после бритья и правки. Посмотрим, как бритва держит заточку. Значит, вот бритва Хенкельс. Сантиметре, в принципе, нормально режется. Так, это вот вторая бритва Хенкельс, тоже вот с темной рукоятью, который сегодня тоже брился. Значит, вот после бритья делаем тест. Так, вот назад волос развернул, ну то есть там от корня или корня, там есть какие-то нюансы. Вот я полностью волос развернул, то ли первый раз от корня, то ли второй раз от корня. Так, снова режем. То же самое режет, то есть вот без разницы, как волос не поворачивай. Хорошо режется довольно. Так. Так, ну все, вот он буквально отлетает. Так, ну в принципе сталь нормальная.